Добрый день. Я Дмитрий Евгеньевич Мохов, врач-остеопат, доктор медицинских наук, профессор, президент Российской остеопатической ассоциации. Вот уже более 20 лет я помогаю детям и взрослым быть здоровыми. Остеопатия восстанавливает взаимосвязи в теле человека. Врач-остеопат мягко, безболезненно исследует ткани тела человека для того, чтобы найти зону, которая хуже себя обслуживает, которая получает хуже нервную регуляцию, микроциркуляцию и восстанавливает своими руками. И это отличает врача-остеопата от врачей других специальностей, которые воспринимают тело человека как набор отдельно взятых параметров. В отличие от них, остеопат видит человека в целости, во взаимосвязи и способным самому справиться с любой патологией, с любым заболеванием. Чудеса, так часто говорят наши пациенты, когда видят, как остеопат воздействие на одну часть тела человека восстанавливает работу совершенно, казалось бы, отдаленных и не связанных друг с другом частей. Так иногда нормализация работы поясничного отдела и устранение болей в спине, что очень часто беспокоит наших пациентов, врач-остеопат нормализует через воздействие, например, на работу пищеварительного аппарата, который, как мы понимаем, с точки зрения анатомии тесно связан одно с другим. Или воздействуя на старую травму ноги, восстанавливает работу поясничных позвонков, даже иногда и не прикасаясь к самой пояснице, что приводит к удивлению многих наших пациентов, как так быстро и эффективно мы справляемся с нарушениями работы в какой-то отдаленной части тела. Наука и специальность остеопатии существует более 140 лет. Остеопатия регулируется Всемирной организацией здравоохранения и существует в таких развитых странах, как Соединенные Штаты Америки, Англия, Европа. И сейчас остеопатия легально существует и в нашей стране. Остеопатия доказала свою эффективность у пациентов различного профиля. Так, например, у пациентов с заболеваниями центральной нервной системы она хорошо показала свою эффективность при болях в спине, заболеваниях периферической нервной системы, головных болях. Хорошо помогает при последствиях родовой травмы, заикании, задержке психомоторного развития у детей, при восстановлении пациентов после операций. В целом, остеопатия – невероятно эффективный, безболезненный, немедикаментозный подход, который помогает вам не только чувствовать, но и реально быть здоровыми. Работая в клиниках «Здравствуй», мы каждый день видим результаты нашей работы. К нам приходят пациенты различного профиля. Это пациенты с последствиями операции на позвоночнике, пациенты с болевым синдромом в спине, пациенты с артрозами, артритами, последствиями операций. И каждый раз в руках специалиста остеопатия оказывается эффективной. Очень важно, что в клиниках «Здравствуй» остеопатия вписалась в комплексную методику восстановления здоровья пациентов. Остеопатия, как немедикаментозный, нелекарственный подход, прекрасно. Мы видим хороший эффект от сотрудничества с врачами разных специальностей. Команда специалистов клиники «Здравствуй» — это эксперты высокого уровня. Работать с ними — большая честь для меня. Они проповедуют и индивидуальный подход, и подход, при котором не потребуется операционное лечение, если это возможно. Это честные профессионалы, всегда добивающиеся своего результата. Остеопатия – это не только хорошее и качественное лечение, но и всегда профилактика будущих заболеваний, что очень важно для лечения детей, подростков, взрослых и стариков. Потому что всегда, пока мы живем, у нас есть то, что сделать еще лучше, еще качественнее с нашим здоровьем. Я приглашаю вас на лечение, диагностику и профилактику заболеваний в сеть клиник «Здравствуй» ко мне и к моим коллегам для того, чтобы ваша жизнь и ваше здоровье становились прекраснее каждый день.